канале Team BTS и Маша. Привет, друзья! Сегодня у нас бой между Луи Нором и тремя сильными бейблэдами из второго сезона. А сначала мы объявим победителя с прошлого конкурса. Да, в прошлом видео мы слово Beyblade сказали 9 раз. Внимательным оказался Женя Гришко. Тебе привет. И два лизуна. Вот два лизуна мы тебе вышлем. Только напиши, пожалуйста, свой адрес к нам на почту. Ссылочка будет в описании к этому видео. Ну или в группу ВКонтакте, как тебе будет удобно. А теперь к бою. Всем известно, что Луи Широсаги довольно груб и агрессивен в бою. Сам Луи сражается только с теми, кого считает достойным противником, готовым любой ценой добиться победы. У нас Луи Нор, вот такой вот Бейблейд, будет сражаться с тремя противниками со второго сезона. Это Волтрек V3, Вайврон V3. И Рактавор R3. Я думаю, Луи бы выбрал их к себе в противники. Да. Итак, проверим дерзость Луи Широсаги и силу его Луи Нора. С кем он будет сражаться первым? С Волтреком V3. К бою? Да. Раунд первый. 3, 2, 1. Стоп. Так, погнали, смотрите. Атака уже против нет. Атаки. Смотрите, как красиво. Красиво ходят оба. И атаки, что тот замахивается. Кто первый сдастся? Луи Нор сдался? Ого! Это прикольно. Начало интересное. Да, да. Раунд второй. 3, 2, 1. Хорошо, атаки идут. Смотрите, смотрите, какие атаки красивые. Я. Волтрек! Да, Волтрек опять забил Луи Нора. Раунд третий. 3, 2, 1. Гоу! Атака от Луи Нора. Трек, то, что врезался прям. Теперь Волтрек. 2-1. Раунд четвертый. 3, 2, 1. Стоп. Луи Нор только что подошел. Смотрите, Луи Нор все-таки атакует. Волтрек врезался один раз. Интересно, это его остановит или нет? Останавливает. Когда он на красной полосе, его останавливает. Ага, все-таки Луи Нор проиграл Волтреку V3. Луи Нор пробует свои силы против Вайврона. Раунд первый. 3, 2, 1. Так, Вайврон занял стабильное положение посреди арены. Луи Нор думает, атаковать или нет. Смотрите, вытесняет потихоньку. Хочет вытеснить, но сил все-таки не хватает ему остановить. Да, остановился. Раунд второй. 3, 2, 1. Какая атака только что была от Луи Нора. Он его выталкивает прямо к обочине. Все равно сейчас, мне кажется, Луи Нор остановится. Да, мне тоже. Угу. 2-0. Вайврон ведет. Раунд третий. 3, 2, 1. Так, все замерли в ожидании, чем же закончится этот бой. Давай,
Сдался. Последний бой с Рактавором и Луинором. Ну, это понятное дело. Раунд первый. 3, 2, 1, гоу! Давай, занимай. Луинор заходит и, посмотрите, сразу пытается вытеснить Рактавора. Вот это красавчик Луинор! Раунд второй! 3, 2, 1, гоу! Что ж, сейчас одно неверное движение Рактавора, и Луинор победит. Кто? Рактавор! Да, сейчас, мне кажется, останется Луинор. 2-1. Раунд третий. 3, 2, 1, гоу! Хорошая атака была. Он не дает ему стать на середину поля. На середину арены. Сам, смотрите, вытеснил его. Ну, давай, заходи с другой стороны. Да, все. И не хватило ему чуть-чуть сил. Раунд четвертый. 3, 2, 1. Будет атака от Луинора. Опять что-то он слабенько. Ага. Атакует слабенько. Ну. Чем же все закончится? И Луинор проигрывает. Но, к сожалению, Луинор проиграл. Но один раз разбил Рактавора. В любом случае, Луинор показал себя хорошо в бою, просто выбрал действительно мощных таких себе соперников в бой. Да. Ребята, не забывайте, в субботу у нас приветы. Да, кто хочет приветик от нас, пишите в комментариях, чтобы мы вовремя успели вас записать в наше видео. Подписывайтесь на канал Тим Виджи и Маша. Пока! Пока, друзья!